дополнительно закрепить. То есть вот в стыках, ну, там покрепче. Но в целом мы обсуждали, что... Ваня, ну это то же самое, что парк побед. Безусловно. Но мы не, ну, за этот бюджет мы не можем стальные закладывать. Мы это... просчитывали стальные бордюры. Это может вообще дорого. Его убрать? Мы убрали, вот по всем убрали. Мы оставили пластиковый бордюр только в зоне спорта. И вот здесь, чтобы чуть-чуть держать. А он уже не держит. Ну, смотрите, в любом случае... Вот здесь его может закрепить дополнительно? Даже ребенок побежит, он ногой. Нет, если есть возможность его закрепить, здесь можно просто грунт убрать, его закрепить дополнительно, и он выровняется. Ну, по идее, можно подлинчить клин, да? Ну, так можно дополнительно. А ноги, можно? Можно, конечно. Ян, ну вот мотыру. Критика в чем? Критика в том, что Ян, вы, она не высыпалась. Включай, ну, конечно, пускай исправляет. На природных мы оставили без бордюра. Но здесь, чтобы у нас все-таки было красиво, дорожки, даже если мы с дроном будем фотографировать, это очень симпатично будет. Это нормально, но сделано пиво. Он же должен быть рельеф ровный, правильно? Когда его ложь, если где-то есть глубинка, да, все, его выгинает, правильно? Правильно я говорю? Конечно. И здесь, если посмотреть, вот почему вот эти вот плавуны? Потому что рельеф не ровный. Вот. Ну нет, его просто это можно было подсыпку сделать. Это подсыпка просто выдавила. Когда его начинаешь придавливать, то его выгинает. Мы тоже здесь в машине, по-моему, нет, не помню ни разу.